Сегодня у нас 18 уже декабря. Солнышко потихоньку садится. Уже и кормушки птицам в пору. Вот сидит какой-то экземпляр. Что за птица? Очень у нее приятное коричневое оперение. Она сейчас нахохлилась. Здесь вот прямо от кормушки не отлетает. Еды тут полно, вроде. Привет. Мы к тебе чуть-чуть приблизимся. Ты что, устала, приболела? Ой, клювик какой у тебя тоненький. Ладно, больше тебя не будем пугать. Сиди себе, комок. Оклемаешься. Еды много. Никто тебя тут не обидит. Чуть приподнялась, почувствовала к себе внимание. Сейчас заедем на Синее озеро. Это ж пивет работает, надо же. Привет, разреши я проеду. Оп. Спасибо. Все, Синяя озерка вся уже отлично промерзла. Ну, собственно, в этом можно было и не сомневаться. Однако, здесь вы так есть. Ага, есть дренаж. Есть вы так такие. Еще по прогнозу 2 дня холодных. Привет. Что тут такое? Ага. Прорубь. Здесь моржует. Деткам, конечно, надо отсюда добраться. Купаться собрались? Да. Купаться? Нет. Трубочка прям. А мне можно? Привет! Отлично. О, вот это мне нравится. Дух Синего озера. Такое сентиментально-мистическое творение. А это что за странное создание? Тюлень не тюлень. Ну хвост. Как у змеи. Мутант. Это ж кто-то трудился, так старался. С таким тщанием. Такую тонкую работу делал. А для кого? Неважно.
Доволен ли собой взыскательный художник? Доволен? Так пусть толпа шумит и в детской резвости качает твой треножник. Но я бы сейчас немножко бы на месте художника подбавил монструозности. Мы природу обижаем, и природа должна показать нам свои зубы. Даже, может быть, свой суровый оскал. Не все же так должно быть сентиментально. О, как тут хорошо синицам-то жирно живется. Пшена им насыпали. Оп. Оп. Не голодные они. Семечек. Тут народ часто ходит. Чья-то добрая фантазия дала такое славное название этому маршруту. Станция Щетрошки. Стежка здоровья. Здоровья. Лесовый равлик. Лесовый равлик. Это какая-то чума, блин. Тоже уже успела здесь побывать. А, поедем сейчас мы в пущу. Посмотрим на озеро. Покатаемся по льду. Там уже точно все как железобетон. Ой! Задевает за пульт. Ух, рюкзак. Лямка рюкзака. Фу. Мы на месте. На четвертой линии. Что-то здесь хоккей сегодня не играет. Что ж такое? Сегодня же вроде воскресенье. Ой, какое воскресенье? Сегодня вторник. Ну разве что вот детки. И все-таки какое-то чувство стрёмное. Фу, особенно когда лёд хрустит. Знаю, что твердый, и все равно стрёмно. Там хоккейное поле. Должно быть теоретически вот этому углу. Но его нет. Пройдемся пешочком, может. Итак, мороза у нас осталось на пару дней. Очень хороший лед. Но здесь есть где-то, возможно, полный, я уже забыл. Как-то я много зим не катался здесь по льду толком и забыл эти места. Здесь есть все-таки полыни. Вон одна из них, где утки поискались позавчера. Заметил эту свежесть, нетронутость снега. О боже, какой он красивый. Замерзла. Чуточку еще осталось.
замерзла как следует. Здесь ее просто подновляют. О, чуть ослабил кладку здесь, в этом сооружении, и сразу пошел треск. А, вон трещина пробежала, дюх, до самого конца. Как все взаимосвязано. Это ольха. Вот она какая. А. Если я правильно понимаю, кто ты такая? Вот такие шишечки у ольхи обычно. Камера моя тоже начинает подмерзать. Ты кто? Ответствуй. Молчит. Мы сейчас зарядим в интернете. Опознаем тебя. От нас не спрячешься. Сейчас твой имидж загоним. Куда надо. Даже дерево уже не может спрятаться. Возьмем кепочку, она по... Ой, репрезентативнее. Здесь еще такие есть. Шишечки. Еще сережечки, вот эти шишечки и сережечки. Красивое это дерево. Итак, зарядили мы веточку. О, ответ есть. Исландец, наверное, получил ответ. Алнус глютиноса. Ух. Люблю латынь. Хоть ничего мне не понимаю. Вики. Алнус глютиноса. И шишечки, и... Ладно, давай. И сережечки все. Ольха черная. Хо! Да я уже теперь... Ого-го, какой знаток природы! А как будет превосходная степень от слова знаток? Знатище. Знатотище. Ольха, вот она какая красавица, оказывается. А, бывают огромные экземпляры, да. Чудные, о, чудные огромные экземпляры ольхи. И это вот ольха рядом с сосной. Где еще такую ольху встретишь громадную, как не здесь, в этих сосновых барах. Надо же. И громадность этой ольхи поражает. Здесь же ольха обычно по краю леса. Такие невзрачные кустики, надоедливые они. Даже сорные, можно сказать, в каком-то смысле. А это какой роскошный экземпляр. О. И по коре даже можно как-то с сосной спутать. О, вот она. Тут ее обвязали веревкой. Ну, хорошо хоть не железом. Вот и прекрасное открытие. Краеведческое мы сегодня сделали. Можно с уловом возвращаться домой. Что мы сделаем? Ой, я уже накатался.